Доброе утро. Сейчас подъезжаем на блошиный рынок английский, аналог американских garage sales, только вот по-английски называется carpool sales. Мы не совсем под открытие, к 8 утра подъезжаем. Посмотрим, какой улов у нас здесь будет сегодня. Всем привет! Приветствую вас на канале Ретро Сталкера. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Влад. Я коллекционер видеоигр из Англии, из Лондона. И я довольно часто появляюсь на канале Саши Сталкера, особенно в выпусках про PlayStation 2, так называемая серия роликов «Непобежденная консоль». Потому что большую часть моей коллекции составляет именно PlayStation 2. В плане вообще собрать полный сет европейки. Ну так в целом вообще коллекционирую все, что попадется за вменяемые деньги. Иногда за не очень, если приспичит. И довольно часто меня спрашивают о том, как вообще это все происходит в Англии. Где, что, как продается, чё почём. Ну самый главный вопрос, чё почём всех интересует. Поэтому решил записать серию таких небольших роликов по своим похождениям, поиску игр по разным точкам, где я покупаю это в Лондоне и не только, а по разным другим городам. Надеюсь, вам будет интересно. Так, меньше текста, больше дела. Поехали на первую закупку. Довольно пасмурная погода, я даже боялся, что могут не открыть, потому что когда идет дождь, обычно отменяют такие дела, но вроде народ есть, так что сейчас заценим, что почем. Надеюсь, какой-нибудь годный став найдем. Вон, даже продавцы еще только раскладываются, хотя он покупатель уже есть, покупка забита. Сейчас еще за вход надо будет заплатить. 2 рубля в руку. До 9 утра 2 фунта, а после 1 фунт. Что мы еще типа как это, ранние покупатели. Пошли охотиться. На самом деле не очень много сегодня столов. Обычно еще дальше вот это поле почти вот до тех деревьев проходило. Из машин продавцов, то есть сегодня где-то наполовину заполнено. То есть это вообще первый carpool sale с начала, ну, с весны, вообще, когда начался карантин, вообще первый в этом году, как бы. Надеюсь, народ припас какой-нибудь хорошая барахлишка. Сейчас пойдем искать. Еще народ только раскладывается. Хотя в 7 утра, по идее, должно было открыться. Но... Еще пока став не выложили. Ну ничего, будем искать, надеюсь, разложится. Для любителей садоводов. Вот и первые две игры. Oh, sorry. Can I take a look? Yeah. No, 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 don't see. How much those three pound each. £3 each. Yeah. All right. Нет, за фунт, 3 фунта штука. Ну, я не знаю, дороговато. Gold members, Gold Scrolls. Не, за Xbox 360 дороговато. Были бы по рублю, взял бы. Okay, thank you. Похоже, только DVD. Да,
пойдем дальше. Во, винилы. Тоже для любителей, коллекционеров. Но мы таким не увлекаемся. Тут, похоже, только музыка. А нет. Не, DVD-шки. TV и консоль. TV и консоль. И фит, зумба. Короче, ничего интересного. Покемонов нет. А вот еще мешочек с Xbox. Can I take a look on the video games there? Так, а где диск? First challenge. Fall за третье. Dance Dance. Опа. Это мы отложим. Oh, yeah, sure. £1 each. Okay, thank you. Так, вот это уже наш ценник на барахолке по рублю. Call of Duty. Стилбухи. Это мы уже отложим. О! Попстал гитару. Я такой не видел никогда. Подкинули мне зеленого этого. Halo. Так, бокс не оригинальный, но опять же Special Edition. Блин, в чем их особенность? А, два диска. Сразу Brotherhood. Я бы взял Lord of the Rings, но там диска нет. Боюсь, что его и не будет. Поэтому отложим до третий. Достаточно. Не американец? Нет, европейка. Давай берем. Special Edition и медведя. 2, 3, 4, 5. Как у вас? Музыка, музыка. Там нет. Ну все. Первый улов в этом году. Yeah, I would like to buy 5 of those from the back. Just give me a second.
1, 2, 3, 4, 5 Thank you. Ищем дальше. Пока Гамиков не дать опять. Вон винил и музыка. Это конечно, вот чуть-чуть есть. Sing it. Индиана Джонс Кунг Фу Панда на 360. Но они у меня есть. В принципе, нередкая вещь. Продают, в принципе, все подряд. Я уже почти второй ряд прошел. Но уже с первого ряда, как было в 5 дисков, уже неплохо. Ладно, не зря приехали. Никому случайно не нужна коллекция штопоров. Можно будет их купить. Вон, по 50 копеек. FIFA, Tom Clancy, SmackDown, ничего интересного. Липстер. Детская консолька портативная, но в принципе нафиг не нужна. О, DS-ка красная. Убитый хлам. Не, спасибо. Мы пойдем дальше. Вон там у чувака электроника, там могут быть тоже игрушки. Да. How much are those video games for the Xbox? I think probably I'll take this one and the baseball as well. Yeah. I think I don't have. Okay. It is European. I think I have this one. I didn't have. Yeah, Biggs. Yeah, probably take two of those. Ah, perfect. Just give me a sec. Have some change for you. £1 and perfect. £2. Thank you so much. Okay. Have a nice day. You too. Thank you. Так, еще чутка приврали. О, руль Trustmaster. Это, скорее всего, от компа на Ferrari. Ну и нафиг не нужен. Видеоигр. Да. Джейми Оливер тоже такое дело. Прикольно. Блин, было бы место, я бы, конечно, взял бы себе какой-нибудь старенький комп поприкалываться, но, блин. Столик портативных тоже нема. Идем дальше. Хотя посмотрим. О, Лего Рокбанд. Сонгпэк второй, кстати. Возьмем его пятый. И хвалом. Thank you.
Hitman Absolution. How much the video games for the PS3 was here in the box? I was looking for this one particularly, I probably don't have it. Oh, you can have it for £4, mate, if you want. Okay. Have to check. Let me double check. Очень не забрал я этот Rockband второй пак, потому что его нафиг, слишком дороговато, что-то они хотят 4 фунта за него. Я думаю, что я со временем найду дешевле. Вон DS-очки, но, по-моему, ничего толкового. Да, да, там FIFA и всякое такое. Ничего интересного. Будем искать дальше. О! PS2. PS2 у меня все есть, Wii эти есть. Тоже нафиг не нужны. Excuse me, how much are the video games in this box? The video games, they're £150. All right. DVDs and the like are £1. Got the PST. Yeah, they're old games, though. Yeah, for DVDs. If you're into old games, yeah, I'm collecting myself, so... I haven't seen it before. Короче, купил я эту Агату Кристи. Никогда раньше не видел, посмотрел, она такая... нечастая, довольно редкая, и плюс еще выцепил, опа, Monster Jam на DS. Я как-то мимо прошел, потом вернулся к тому лотку. Такая тоже неплохая вещь. Короче, вот еще дополнительно две цепанул уже на выходе. Все, прошли через все ряды. В принципе, так, нормальный улов, где-то 9 игр. Неплохо, в принципе, это при учете, что еще не в полную силу он открыт. Поедем дальше. Ну что же, вот такая вот закупка у меня вышла в этот раз. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно со мной сходить на Carboot Sale, так называемый по-русски блошиный рынок. Если это видео соберет 50 лайков, ну скажем 50, как для Сашиного канала это норма, то, думаю, поедем в следующий раз в английский ломбард. Наверное, даже не один. Все, всем спасибо за внимание, пока!